сегодня здесь собрались у нас кубанчане, киевляне, те люди, которые помогали и помогают, чтобы хоть чуть-чуть сегодня поддержать наших там земляков. А сколько тут суммарно? Ну, около 4000 пакетов мы сформировали. Сейчас машина поедет в Славянск, в Светогорскую лавру. Туда сейчас очень много едет людей, переселенцев, беженцев. И уже оттуда будем стараться сделать все, чтобы передать Луганск, Краснолуч, ну, те территории, которые сегодня без света, без воды, без еды, где страшная сегодня ситуация, где люди просто голодны. Вы будете лично контролировать, как будет раздача этого груза там? Ну, это сейчас самое важное, потому что мы слышим, сколько передается помощи, но она, к сожалению, не всегда доходит до людей. Поэтому я сама выезжаю из Светогорск, завтра поедем, посмотрим. И после этого будем стараться сделать все, чтобы передать еду людям, которые сегодня действительно просто нечего кушать. Передадим туда к нам на родину. Так по диагонали, чтобы не можно было надписи, да? Ребята, сделаем коридор! Сегодня мы это просим! Ребята, пропустите их посмотреть фуру! Пошли! Давай, любую, какую? Ты же сюда пришел, зачем? Вы не заставите на ваши заклеить! Открывай! Вы пиаритесь на смердях! Замолчи! Я попиарю сейчас! Я тебя трону сейчас! Ты смотри! Я тебя трону сейчас! Смотри, что мы детям не даем! На, жри! Тонко, тихо, не бейте их, не бейте их! Люди голодают, ты за это говоришь, пиар? Вы пиаритесь на смертях! Вы вас сейчас должны трушить, что вы сами пиарите! Вы сами рассуждаете! Вы пиарите, если вы говорите, что по Украине, что по Украине, что по Украине, что по Украине! Так а что вы трушите тут идею? Вы что нам трушите? Потому что такие крутые заказухи делают по Украине! Какие заказухи? Мука, сал, сахар, консервы, сгущенное молоко, растительное масло. Тот набор, который человеку даст возможность еще вот несколько дней, там, неделю прожить и не умереть с голоду. Там сегодня люди просто умирают с голоду, потому что нет ни еды, ни воды, ничего нет. И поэтому любыми возможными способами пытаемся туда отправить помощь. Этот груз сейчас поедет в Светогорскую лавру. Часть груза будет отдана там переселенцам, а часть уже оттуда будет перекидываться те территории, где сегодня идут боевые действия, и на те территории, где сегодня люди сидят без еды, без воды и без ничего. Thank you.